Убить зятя в Саратовской области полиции удалось предотвратить заказное убийство. Заказчиком преступления выступила жительница Аткарска. О намерениях 53-летней женщины убить сожителя дочери правоохранителям стало известно, когда она начала подыскивать киллера. Роль наемного убийцы сыграл один из сотрудников областного уголовного розыска. На указанный им банковский счет заказчица перечислила задаток – 100 тысяч рублей. С исполнителем женщина встречалась несколько раз и обсуждала детали. Правда, в целом ей было все равно, как погибнет жертва. Также женщина передала киллеру ключи от квартиры, где проживал сожитель ее дочери. Выполнение заказа киллер должен был подтвердить фотографиями. Действуя под контролем сотрудников регионального следственного управления ИГУ МВД по Саратовской области, исполнитель сообщил заказчице о совершении преступления и в подтверждении предоставил ей фотоизображение жертвы. За выполненную работу женщина передала еще часть вознаграждения в размере 30 тысяч рублей. При передаче денег она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. По факту организации убийства по найму возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.